Всем привет! Когда мир увидел первую версию знаменитого фитнес-браслета Xiaomi Mi Band, казалось, что улучшить данный гаджет уже невозможно. Но мы очень сильно ошибались. 2020 год нам подарил пятое поколение браслета Xiaomi Mi Band. Основные фишки гаджета — это AMOLED-дисплей, датчик сердечного ритма, а также датчик для мониторинга оксигенации крови. Ну и, конечно же, возможность взаимодействия с голосовым помощником Алекса. Данный браслет сразу же стал народным, и продажи его удивляют. Очень много информации говорит нам, что от будущего поколения не ожидается ничего нового или инновационного, потому что все, что нужно, уже есть в браслете пятого поколения. Но интерес к этой категории продуктов действительно высок. И сегодня в сети появилась информация, что компания Xiaomi может вывести свои экономичные носимые устройства на самый высокий уровень. В новом браслете Xiaomi Mi Band 6 нас ждет новый футуристический внешний вид, а также Mi Haptic. А теперь поподробнее. С вами канал Технаум. Поехали! Первым нововведением будущего фитнес-трекера китайского бренда станет, конечно же, внешний вид. Как мы знаем, браслет Xiaomi Mi Band 5 получил простые и округлые линии. Но браслет шестого поколения должен стать похож на смарт-часы. Такое решение мы совсем недавно видели в новом Honor Band 6. Какие же плюсы дает нам данное решение? Большой дисплей обеспечивает большую рабочую поверхность, и тем самым мы, например, можем полностью прочитать сообщения, а также без проблем управлять данным гаджетом. Удобно это или нет, решать только вам. Но тут нужно быть очень аккуратным, так как миллионы людей привыкли к уже стандартной форме данного браслета, и нововведение может оттолкнуть от покупки девайса фанатов данной компании. Новинка в лице Xiaomi Mi Band 6 также получит линейный вибромотор с использованием технологии Mi Haptic. Данная функция реагирует и взаимодействует с нами на каждом интерфейсе посредством различной вибрации, что, на мой взгляд, является большим плюсом. Предположительно, вы сможете настраивать эту вибрацию под определенные уведомления, записи, сигналов тревоги и так далее. Но самое главное, что эта технология, можно сказать, бесплатная, и повлиять на стоимость браслета следующего поколения она не сможет. Итак, технология Mi Haptic в наше время предлагает более 150 различных сценариев вибрации. Также хочу заметить, что данная технология есть в некоторых смартфонах компании Xiaomi. С помощью ее можно без проблем создавать реалистичные эффекты при закрывании приложений или прокрутке в интерфейсе системы. Короче говоря, нам просто нужно подождать презентацию данного носимого гаджета. Но я даже на данный момент могу сказать с уверенностью, что продажи будут сумасшедшими. Ну что же, ребята, как мы знаем, действительно Xiaomi Mi Band 5 получился очень и очень хороший фитнес-браслет. Конечно же, это браслет, но сейчас мы видим тенденцию, когда уже браслеты превращаются почти в смарт-часы. И это, на мой взгляд, не сильно большой плюс, потому что все-таки все люди покупали браслеты, потому что они были очень компактными и маленькими. А вот смарт-часы покупают те люди, которым действительно нужен больше функционал. Такой браслет мы недавно видели от компании Honor. Но, как мы видим, Xiaomi все-таки, наверное, последует и выпустит Mi Band 6 в таком формате. Потому что это уже тренд, множество продаж было такого фитнес-браслета. И, конечно же, компания Xiaomi не упустит той возможности, чтобы сделать действительно крутой фитнес-браслет. А вот эта технология Mi Haptic — это действительно очень интересно. Самое главное, где они будут это использовать и при каких обстоятельствах. То есть все будет известно после презентации. С вами был канал Технаум. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.